Долго еще ждать. О, включилась камера. А. Давай дальше. Итак, гордый Дос открывает пакетик. Ой. Ух. Ой, я как-то не так его открыла. Давайте посмотрим, что там внутри. Я открыла в другую сторону. Не случайно. Так, давайте. Сначала подсказочки. Сначала вот эти вот желтые штучки. Это подсказки. Так, давайте посмотрим. Тут две подсказки, значит, две куклы. Звездочка плюс девочка, звездочка плюс мальчик. Что-то написано. Это снежная девочка и снежный мальчик. Все понятно. Значит, тут будут куколки. Да. Что это? Это вкладыш. Хорошо. Так, какая? Девочка, мальчик, пряничный человек, снеговик, олень. Ты посмотри на обозначение, нам попался ультраредкий. Нам попался, ультраредкий. Новогодняя серия, вот смотрите. Вот это новогодняя серия Лол, и нам попался ультраредкий мальчик. Ой, как хорошо, давайте посмотрим, что тут есть. Так, да я думаю, вот это аксессуары новогодние. Да, пакетики. Что-то интересное. Ой, по-моему, это сами куклы. Да, это сами куклы. С другой стороны. Угу. Давай я мальчика пока соберу. Да, собираю, я девочку соберу. Вот такие вот штучки. Ну, правда, их немножечко трудновато, но, в принципе, вот мы собрали. Какие они милашки, кстати. Ой, к нам, походу, идут. Вот такие вот милашки. Ой, собери мне, я не умею. Собирать. Давай. Давай. Прикольно. И тут нос такой у него. Да, кстати, у них носики такие. И это не зря. Посмотри, что в аксессуарах. Угу. Это аксессуар, да? Вот чуть-чуть. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. О, там что-то интересное. Там очень много аксессуаров, ты не поверишь. Я вижу. Так, вот доставай, доставай. Пока очки вижу. Ой, еще. Аккуратно. Стоять, это наши сюрпризы, ветер. Но нет. Я вот эти сюрпризы. Давай все сюрпризы будем складывать ко мне в глаза. Так. Ложи, давай, давай, пока не улетелось. Так вот. Я что-то вижу интересное. А тут еще а все, больше ничего. Я хочу медведя сложить. Медведя. А медведя сложить уже. Ой, какой милаш. Это для девочки, а вот для мальчика уже, походу, два солдатика. Вот, так, вот таких вот. Давайте посмотрим, что очки. Так. А очки это на кукол. Давайте пока примерим на мальчика очки. Он же мальчик, ему нужны очки. Давайте примерим. Я вот эти примеру. Смотрите, какой. Какой крутой. На нос ему надо нацепить. Это жух. Так вот, во. Смотрите, какие они прикольные. Я на девочку тогда надену. Осторожно, нет. Не надо, пожалуйста. А вот девочка, давайте я ей на нос вот это. Пацан летел. Пацан. О, можно такие очки. Смотрите, ребята, они меняются. Можно такие очки. Перевернуть такие очки. Вот сейчас я их одену. Да, кстати. Оп. Они двух цветов. Смотри, какая крутая бэйби. Ой. Ну вот, короче, походу у нас в... Ну, точнее, у тебя пополнение на канале. О, смотрите. Да, кстати, можно им давать в руки. Вот девочке ты можешь дать мишку, мальчику солдатик. Вот мишка у девочки. Давайте я солдатику ему в другую руку положу. О, пацан крутой, с очками еще, и давай другую руку мне очки. А еще вот смотри, у девочки есть скрытый талант, то есть ей можно очки на голову надеть. Она нету. Ну да, но ему можно, но ему по-любому можно вот так вот очки на голову надеть, по-любому. Ну вот, но они будут спадать. Так, давайте я все положу в сумку, и у нас самое интересное. Так, давайте сначала, для начала, сюрпризы мне, давай все. Для начала... Ой, я пончик забыла положить. Панчо! Где Панчо? И для начала, ребята, мы уберемся. Все, мы приубрались. Теперь давайте пробовать конфеты. И знаете, что в этом котике? Угадайте. С трех раз. Вот напишите в комментариях свои предложения. Поставьте на паузу и напишите в комментариях свои предложения. Не, подсматривайте. И смотрите, что тут. Рай, конфеты. И деньги. Ой, и деньги. Забыла пройти. Ладно, я пока покажу по виду конфет. Да. Так. Есть конфеты, которые мы пробовали вчера, и есть конфеты, которые мы не пробовали вчера. Монета! Так, смотрите, а тут два разных кислых взрыва. В смысле разных?
Я чёрт голубой пробую. Я зелёный. Давайте ну пробуем. Ну вот, смотрите, вот тут много конфет, это я один вид взяла. Давайте пробуем, давайте попробуем кислый взрыв. Давай, а я закрытыми глазами. И вот в таком положении мы будем пробовать конфеты. Да, давайте. Начнём, сейчас Даша будет пробовать любую конфету, а я хочу попробовать. Я с закрытыми глазами я выберу себе. Так. Вот вы сами видите, что с закрытыми глазами вот это вот. О, это та, которая вчера меня не одолела, но вы, наверное, видели видео, как Полина скривилась. Ну, нормально так скривилась. Вот, ребята, смотрите, какая красная, красивая, ядреная конфета сейчас. Так. Три, два. Один. Ну тут своей конфеты не подавилась. Она в таком порошочке чуть-чуть такая. Кстати, это сладкое. Ну она сначала кислая, а потом она очень вкусно становится. Вот это похоже на какашку вкусом. Мою ты не попробуешь. Я хочу попробовать свою любимую конфету. Мегашок! Но я не буду, я сейчас закрытыми глазами хочу. Так, что-то осталось. Ой, мегашок и моя конфета. Что осталось? Моя конфета. Ой, я ее уже открыла. Она безвкусная. Не туда. Ну блин, теперь она возле меня лежит. Так, ладно, давайте я попробую кислый взрыв. А нет, я попробую как Полина сделаем. Кислый взрыв? Мне попалась та планета, которую мы вчера ели. Кислый взрыв? Фу, очень вкусный. А кстати, она теперь походу другая. Моя конфета растаяла. Луна. Смотрите, Луна и Марс. Она на ядро какое-то похожа. Ну, давай насчет. Конфета! Моя конфета! Так, все, осталось 4, получается, да? Насчет 3. Раз, два. Очень кисло. Вкусом, знаете как? Как хуба-буба. Ну короче, как это называется? Вкусное, короче. Ты такая. Она вкусная и не крепла. Ну ладно. Вот через торку не возьми. А, кислый взрыв. Возьми лучше кислый взрыв. Ладно, я возьму кислый взрыв. Как вот пока мне. На зрителях успокой. Я мучаюсь. О, она красненькая. У меня тоже красненькая была. Как свекла. Ой, жвачка хотела тяжело. Три, два, один. Пожалуй, пожую. Ну, что? Как ощущение? Ты издеваешься надо мной? А знаете? Она невкусная, фу. Хочу, чтобы я какашку жую. А знаете, да. Эта конфета фу, очень вкусная. Так, осталось два мегашока и один дешевый. Знаете, почему я крутая? Потому что ютуберша крутая, потому что я сейчас съем Марс, целую планету. И что, я тоже съела Марс. Молодец. Золотой.
крутое. Смотрите, какая конфетка. У меня точно такая же была, что. Ладно, а я пока мегашок открою свой. Кисенькая. Кстати, у Полины тоже остался мегашок. А кто не видел вчерашнее видео, которое сегодня вышло? Обязательно посмотрите. Угу. Ну или я не знаю, когда она отредактирует. Может, вы посмотрите на канал, а оно уже вчера вышло, я не знаю. Так. А сегодня его. Это самое. Ну окей, тогда, ну вот, сегодня вышло, а вчера это было. Или нет, вчера вечером. Ночью. Ладно. 3, 2, 1. У меня нет над головой огня. Нет. По-моему, есть. Если захочешь, добавишь. Ставьте мне лайки. Да, поддержите Полину. Такой случай. Вкусно. Вкусно. Я вообще не скривилась. Ну блин, это соус. Ням-ням-ням. Сегодняшнюю битву с конфетами кислыми победила я. Меня ни одна конфета не одолела. Значит, у меня сильные нервишки. Но кто видел вчерашнее видео, походу, поставьте лайк. И посмотрите, ну вот, вы видели, какая конфета меня одолела. А, кстати, кто смотрел это видео... Напиши... А я помню, какая конфета тебя одолела. Не говори. Напишите в комментариях, какая конфета меня одолела. Вот. Кстати, не забывайте про конкурс. Кто сделает самый лучший шарик лол, тот получит. Тот будет в ближайшую неделю попадать. Вы это видели? Надо мной, вот прям вот так вот надо мной птица прилетела. Получите сигну от меня. И в ближайшую неделю будете попадать в видео. Если вам это интересно, то можете сделать вот свой шарик лол, желательно, да. Ну, сколько хотите, не знаю. Я сделала очень много сюрпризов лол, поэтому... Да. Вот. Мне ведь будет. И вы даже... Ну, я же участвую, я же сделала. Да, я сделаю сигну, всем сделаю, кто участвовал. Я сделал. А самую большую сигну, прям привет-приветушкам, сделал победителю. Короче, и вы должны назвать это видео «Самодельный лол для канала Крутые ютуберши». Вот так оно должно называться. Первая фраза «Самодельный лол для на-на-на». А после этого, после этой фразы, ваша там «Шарик лол», «Распаковка лол». Ну, короче, самая главная фраза, которую Полина первая, сейчас сказала. Да. И, ребята, я вас умоляю. Посмотрите прошлое видео, оно вам очень понравится, я его очень хорошо отредактировала. Я вообще, я сидела и смеялась, я чуть с дивана просто от смеха не свалилась. Я вообще, я сижу и ржу. Бесперерывно, вот вообще вот сижу и ржу. Ну ладно, уже 14 минут видео длится. Подпишитесь на наш канал. И ставьте лайк. Всем пока! Пока-пока! Блог сейчас будем снимать или нет? Наверное, да. Давай! А когда она выключится, я вроде нажала. Чего ждать долго? Да нормально! Да видео идет! Снимай!